Добрый день, уважаемые любители спорта. В основном матче игрового дня первенства ассоциации «День футбола» «Золотое кольцо» встречаются команды «Текстильщик» город Иваново, Аркада, город Ярослав. Прослушайте составы играющих команд. Команда «Текстильщик» город Иваново выступает в форме красно-белого цвета. Владимир Пазан, номер 16. Павел Петров, номер 10. Илья Чернин, номер 8. Андрей Коров, номер 9. Александр Кольчев, номер 11. Михаил Витренков, номер 16. Алексей Тропин, номер 14. Вячеслав Никитин, капитан команды номер 7. Павел Ланикин, номер 20. Дмитрий Шелякин, номер 83. Тренер команды Юрий Николаевич Коневалов. Команда «Аркада», город Ярослав, выступает в форме сине-белого цвета. Юрий Еременко, номер 16. Дмитрий Никонов, номер 9. Максим Слесарев, номер 70. Александр Кромов, номер 77. Сергей Зимин, номер 82. Денис Муминов, номер 23. Алексей Грифков, номер 7. Дмитрий Манша, номер 86. Главный тренер команды Андрей Юрьевич Никон. Тренер Евгений Хабаров. Матч проводит судейская бригада в следующем составе. Судья Иван Андриади, город Владимир. Второй судья Владимир Данилин, город Туя. Инспектор матча Константин Александрович Касаткин, город Владимир. Да, да, да.
у команды «Экстинки» первый пол. У команды «Аркада» 2-3.
свежий, блядь, смотрю. Сень, ты не свежий, блядь. Читай, Серёга, че? Вот такси вызывал.
Вот зашел в них себе. Майки, там Thank you.
Yeah.
сейчас даже. Yeah.
главное не проиграть. Все уже проиграли. Thank you.
Давай.
Я что, врач? Я не знаю, что это. Я не знаю, что это.
слышал. А ты видел? Да, А у меня мужик как занимается родом. У нас Вопрос, говорю, давай через центр будет все. Где-то 600, кило 700. Теперь на
рассказывали. Вообще прям жадный, блин. А уже я заметил уже, второй раз так делал. Бля, помоги вообще. Вот. Все, ну. Давай там на вторую бутылку. Я же проспорил. Может, отобью на бутылку. Все, кто будет, сразу спорить. Сейчас прыгал в баню. Не, если бы девятку брать, то может, все. Что, спорим? На 0-5, все. Слышно, блядь. Две уже. Команда «Аркада» взяла минутный перерыв. Что, ребята, вы не учитесь?